They knew that they have any proofs, any evidence against me. That's why they tortured me. They put a bag on my head, trying to suffocate me, beat me again and again. My life was finished totally. I was in a prison in like four walls. I understood in the time that I will spend about 20 years in such conditions. It means that it's end of my life. Олега Сенцова незаконно утримують в Росії, а Москва не реагує на міжнародні заклики і петиції. Ні один чоловік ні в чому не виновен. Этих людей просто так кинули в тюрьмы, чтобы показать всем остальным, что если вы поднимете голову, если вы начнете бороться, мы вас тоже посадим в тюрьмы. Когда на суде запитывают гражданство, мне очень приятно сказать гражданин Украины. Украина, Енергодар, до встречи. Сподіваюсь, це колись відбудеться. Ще раз усім дякую, усіх кохаю. Слава Україні! Слава народу України! Двадцать лет колонии за организацию двух терактов в Крыму весной 2014 года. Предполагаемый организатор терактов в Крыму арестован на 2 месяца. Меру пресечения для гражданина Украины Евгения Панова. Два фигуранта этого дела, Алексей Черни и Геннадий Афанасьев, уже получили по 7 лет заключения. Я два года не могу сына обнять. И мне хочется хотя бы руку протянуть. Там прогоняют, отгоняют от этой клетки, даже руку нельзя протянуть, чтобы вот, когда его привели, вырок зачитывали, его привели в зал суду, и он выглядывает из этой клетки, чтобы посмотреть на улицу, на листья, на то, что на улице, там люди ходят, потому что там немає, ну, они неба не бачат. Evhen Panov is a professional driver. During the war with Russia, he was a volunteer. He had been captured by Russian Secret Service in August 2016 and sentenced to 10 years in prison. He was arrested at the age of 39. Енергодар, він не так далеко знаходиться від міст сходу України, які захоплювалися терористами російськими в 2014 році. І, власне, Енергодар мав стати ще одним таким містом, який планували захопити терористи. Він, окрім того, що був в самообороні міста, він ще був волонтером і допомагав людям, які хотіли евакуюватися зі сходу України. І от, власне, така одна з таких поїздок відбулася і в серпні 2016 року в Крим, з якої він вже, на жаль, от як поїхав, так і там досі знаходиться вже 2 роки. Я говорила: «Женя, пожалуйста, ну не надо, ну Женя». Он сказал: «Мама, ты понимаешь, что я мужик, я не имею права лежать на диване и ждать, что меня, ну он не так немножко сказал, но что меня кто-то будет защищать. Почему я тебя не могу пойти защитить? Я хочу пойти защитить не власть, я хочу пойти защитить свой дом, свой город, чтобы никто чужой не имел права здесь командовать у нас. Мы хотим жить так, как мы хотим». Это наша свадебная фотография. Я тоже очень люблю.
Вот. В этом году будет 10 лет, как мы поженились. На машине мы очень любили, знаете, когда же выходные, там, а, давай куда-нибудь поедем, а, давай. Прыгнули в машину, поехали. Это вообще никаких вопросов не составляло. Женя, он водитель. И это, знаете, это не профессия, это вот у него душевное такое состояние. Он за рулем мог сутками находиться. Он говорил, я не устаю. У нас только были, купили мы квартиру новую, хотели переезжать, делали ремонт, как у всех нормальных людей. Жене должен был быть отпуск, вот в августе мы хотели поехать на море отдыхать. Знаете, обычная семья, как у всех. Жизнь моя изменилась, да, полностью, причем кардинально. Я год не жила вот в нашей квартире, я не могла там вообще находиться. Я у родителей жила, но сейчас уже как-то привыкаю. Первое время это был шок, я не думала, что он будет политвязнь. Я думала, это какое-то недоразумение, его там сегодня-завтра это все выяснится, его вернут домой, он вернется. Потому что, ну, это в голове не укладывалось вообще, то, что ему предъявляют. Когда 3 дня он не выходил на связь, у него был отключен мобильный телефон, и я не знала, где он, не могла ему дозвониться. Конечно, начала немножко паниковать, обзванивать друзей. Вот, мы с Игорем пытались Женю разыскать. Ну, а потом на 4-й день уже появилась новость в интернете, что был задержан гражданин Украины из города Энергодар. Ну, это был шок. Illegally detained Ukrainian citizen Yevhen Panov remains under arrest in occupied Crimea. Его эти 4 дня пытали, его вывезли в буферной зоне, то есть когда он прошел уже украинское КПП и подъезжал к российскому, к нему подошли россияне. Ему дали трубой по голове, он потерял сознание сначала, потом очнулся, его куда-то тянут. Я прошла и ФСБ, 2 раза ФСБ была, Верховный этот суд, я на допросе была. Я в эту администрацию, когда езжу, хоть дают, хоть не дают мне свидания, я все равно хожу туда. Они меня выгоняют, меня там арестовывать хотели, потому что выгоняли из кабинета, я не выходила. Меня хотели арестовывать, я говорю, арестовывайте. Ну, не арестовали. Ну, пугать они там всегда пугают, понимаете. В Верховном суде я кричала «Слава Украине!», меня крымские татары боялись за меня, что меня это самое... Я не боюсь там ничего, понимаете, потому что я знаю, что ему хуже там, чем мне. Они фабриковали дело очень топорно и, собственно, ну... Доказательств-то нет вообще никаких. То есть все, что они преподносят за доказательную базу, это свидетельства так называемых 46 свидетелей, которые свидетельствовали против него, которые, большинство из которых являются сотрудниками ФСБ. Они засекречены, и они что-то говорили суду, находясь в другой комнате, с закрытым лицом и с измененным голосом. То есть это просто коллеги-ФСБшники тех коллег-ФСБшников, которые взяли моего брата, те попросили их сказать что-то против Жени. Я считаю, что доказательства, как и мой подзащитный, были сфабрикованы. Далее ему были подкинуты сим-карты, была подкинута карта с полуостровом, хотя в этом не было никакой необходимости, потому что он фактически, можно так сказать, полуостров знал очень хорошо. Что касается по обвинению, я считаю, что обвинение в части того, что мой подзащитный содействовал какой-либо диверсионной деятельности, либо содействовал иной преступной деятельности, перевозил там взрывчатку, оружие, и, соответственно, имел договоренности с теми лицами, с которыми произошло боестолкновение, считаю, под собой не иметь никаких оснований. У меня прокурор спрашивал насчет Жени. У вас практиковалась в семье ненависть к русским? А я им отвечаю, я русскоязычная, у меня родственников куча в Россию. У меня средний сын живет в России. У меня муж был с России. А Женя не выдержал и говорит, вы у меня спросите, я вам сейчас расскажу, прям с клетки. И он как он сказал,
У меня ненависть не к русскому народу, а к политической российской власти. Ми просто вирішили створити таку футболку для того, щоб мама там могла от в ній з'являтися на судовому засіданні. Ну і враховуючи, що вона в нас така дуже бойова і дуже така емоційна, ну вона нас нічого не боїться, не ФСБ, не спецслужби російські, нічого абсолютно. Як мама їде, якісь речі, щось таке, знаєте, особливе. Якщо щось покупаю, щоб він розумів, що це від мене. Ну, и придумали мы с мамой такой ритуал, я ему передаю полотенце, такое небольшое лицо вытирать. Я его целую и передаю таким образом свой поцелуй от меня. Это так, в принципе, каждое письмо заканчивал, что передавай всем привет, родителям, кумовьям, друзьям нашим, всех благодарю за поддержку. За ґратами він втратив практично все. Павло втратив можливість навчатися. А навчався Павло в Києво-Могилянській академії на факультеті філософії. Втратив можливість жити, любити, навчатися. Це головне, що я втратив свободу. Павло Гриб was a 19-year-old student when he was lured into Belarus and kidnapped by the FSB. He was accused of preparing plans for a terrorist attack in a school in Russia. Павло переписувався в соціальних мережах, переписувався з дівчинкою з міста Сочі, Російської Федерації. А враховуючи те, що Павло він такий дуже патріотично налаштований, дівчинка писала, що вона проукраїнська. Десь, мабуть, вони в цій переписці затронули якісь слова, які попали в мережу відслідковування спецслужб. А вона проводиться, ми це знаємо, в автоматичному режимі. І вони і спецслужби зацікавилися цією перепискою і почали проводити цю операцію подальшому. Все було підстроєно. Мене, можна сказати, все шантажом туди відправили в Білорусь. Я от цього от не можу говорити, тому що я підписувала бумагу і розглашення. Коли Павло поїхав в Білорусію на зустріч з цією дівчинкою, з якою він домовився зустрітися, вона з Росії приїжджала. Це місто Гомель, Республіки Білорусь, 60 кілометрів від кордону з Україною. І Павло мав повернутися в той же день. Зранку він поїхав, ввечері мав повернутися, бо це ж недалеко. Ми були в той час якраз недалеко від кордону. І коли Павло ввечері не приїхав, я його прочекав, ми з дружиною прочекали до ранку. Стало зрозуміло, що щось трапилось. Звичайно, сильне хвилювання і було все ж таки сподівання, що там нічого страшного не трапилось, може якісь там обставини, може десь щось. І я тоді поїхав за тим же маршрутом, яким їхав Павло. Коли я їхав в Білорусь, саме важко – це невідомість. Прямо біля автовокзалу я звернувся до міліціонерів, що я приїхав з України, шукаю сина, показав документи. І коли вони мені на комп'ютері, за моїм проханням подивилися і сказали, що так, є такий громадянин, він знаходиться в розшуку, але в розшуку ФСБ. З одного боку, я трошки спокійно вздохнув, бо я переконався, що Павло живий. Друге стало питання, яке мене, звичайно, дуже засмутило, це те, що я зрозумів, що він знаходиться в руках ФСБ. Як ваш стан здоров'я? Як ви себе почуваєте? Я максимально старався надати розголос в Україні, щоб донести інформацію, що Павло дуже хворий. Щоб ця інформація дійшла до спецслужб Російської Федерації, що Павло постійно має приймати ліки, що Павло має, що Павлу загрожує смерть, реальна смерть. Хвороба у нього це з дитинства, вона дуже серйозна, він має інвалідність. І ця хвороба вимагає від нього, і те, що він робив все життя, прийом ліків, підтримуючих ліків. Дуже суворої дієти. Як він попав за грати, звичайно, він всіх цих ліків, йому там їх просто не давали. Що ми і повідомляли російській стороні. Дивлячись на наше звернення до Європейського суду з прав людини. І то, що Європейський суд з прав людини листи направляв до російської влади стосовно допуску українських лікарів, які
професорів, які в цьому хворобі розбираються, які Павла з самого дитинства його спостерігали і лікували його. Російська влада не надала дозвіл нашим лікарям відвідати Павла, подивитися його. І за весь час ніякої практично допомоги в медичному плані Павлу не було. Жодного побачення, жодного листування. Повністю ізоляції його старалися ізолювати Павла від зовнішнього світу. Це робиться з однією метою, для того, щоб примусити мого сина визнати ті абсурдні звинувачення. Я защищаю Павла Гриба с декабря 2017 года и хотела бы сказать о том, что обвинение, выдвинутое в отношении Павла, ни на чем не основано. На мой взгляд, органы следствия просто воспользовались личной перепиской, личными отношениями Павла и ключевого свидетеля Татьяны Ершовой и интерпретировали их переписку, что называется, в свою пользу. Почему? Потому что никакого намерения, как у Павла, так и у Татьяны, совершать террористический акт не было. В нашей квартире, нам нагадує, батькам нагадує все про Павла. Є кімната Павла. Я туди практично не заходжу. Якось, знаєте, вона чекає його. Чекає його повернення, чекають його речі, чекає його комп'ютер, чекає його книжки. Я так думаю, можливо, вони сподівалися, що прийде якийсь страшний бандерівець, який там такий яскравий націоналіст, якийсь такий страшний. Хто приїхав, зрозуміло. Але тим не менш, кримінальне провадження проведено, висувають стаття, за якою Павла звинувачують, це до 10 років ув'язнення. Звичайно, в таких, якщо він буде засуджений, він там просто не виживе, він там просто помре. Це мій син, коли сидів в СІЗО. Це очередний суд на продлении. Он всегда улыбался, потому что мы с ним договорились, что мы больше плакать не будем, и поэтому и он всегда был с улыбкой, и я, потому что я не хотела показывать ему свою боль. Это мой муж, когда он был в Брюсселе, поехал для того, чтобы рассказать о своей боли, про сына. В 15 году у меня забрали сына, Дегерминджи Мустафу, за то, что он участвовал, на митинге 26 февраля, когда это еще была Украина. Они ему предъявляют то, что он участвовал в массовых беспорядках и выступил против России. Потом случилось то, что, отсидев 2 года, моего сына отпускают под домашний арест. И недолго было моей радости, когда в 2017 году забрали у меня мужа. Когда у нас забрали сына, он обращался во все инстанции. Он даже дошел до того, что он выезжал в Евросоюз, чтобы рассказать о боли, своей боли и своего народа. Потому что это реально очень несправедливо, будем так говорить. Еще раз. Дегерминджи. Имя, отчество. Викирабадзе. С вами кто это? Само задержание я видела только уже по телевизору. Конечно, мне было очень плохо, потому что у меня муж, он является инвалидом 3-й группы. У него бронхиальная астма. Когда я увидела его лежащим на полу, и его баллончик, то есть ингалятор, валялся далеко от него, и тогда я поняла, что это на все настолько серьезно. Считаю, что все предъявленные обвинения являются необоснованными, а доказательства несостоятельными. Всех их преследуют за инакомыслие и за то, что эти люди никогда не стояли в стороне от проблем народа. Всегда это было настолько свободно, приехать, уехать. А сейчас всегда, когда подходишь к границе, чувство страха, что сейчас начнут что-то цепляться, спрашивать,
доставать своими вопросами. Поэтому этот момент вот хочется просто как вот заснуть и проснуться, но уже в более свободной стране. Я приехал сюда для того, чтобы сказать правду. Я приехал сюда для того, чтобы бороться с правительством и депутатами своей страны, как мне не жаль говорить это, с правительством Украины. Все ребята сидят за свою политическую позицию, что Крым – это Украина. И когда государству они не нужны, вот на сегодняшний день они никому не нужны. Если Верховная Рада не будет заботиться о своих героях, мы позаботимся о них сами. Сейчас мы обратились к Соединенным Штатам Америки, правительству Польши, правительствам других стран о помощи. Каждый ребят, каждый из наших парней получает сроки. И сроки огромные. По 20 лет тюрьмы ни за что. Уже 4-й год оккупации Крыма. 4 года враг у нас дома. Сегодняшнего нашего визита в Киев. Мы не даем забыть правительству Украины о наших пацанах. Мы с самого раннего детства слышали ту боль наших родителей о возвращении в Крым. И мы всегда, когда были дома, мы рассказывали, как была депортация в 44-м году, как наши бабушки, дедушки все переносили эту боль. Мы маленький народ, нас легко растоптать и, как говорится, опять же, вот таким же методом просто нас депортировать из этого. Если со стороны нас никто не поддержит, не поймет, что вот мы очень мирный, трудолюбивый, гостеприимный народ. Мы никогда не выйдем на них с вилами или с лопатами, потому что у нас в руках больше нет ничего. Как бы там ни было плохо, там мой народ, там у меня сын, муж. И я думаю, что я оттуда никогда и никуда не уйду. Крымские татары – это коренной народ Крыма. Сделать вид, что крымских татар не существует, они не могут. В 2014 году они пробовали купить крымских татар, они предлагали колоссальные деньги только за то, чтобы крымские татары не то чтобы признали официально оккупацию, хотя бы за то, чтобы молчали. Но крымские татары не пошли, потому что деньги от России, если кто знает Библию, это 30 серебряников для Иуды. Мы не взяли этих денег. И вот вы видите, это удары полицейских дубинок. Потому что, когда ты снимаешь, все время снимаем вот так, и все время выбивают дубинками телефоны у тебя из рук, чтобы ты не снимал это. Телефоны, к сожалению, у нас, это уже за год 4-й телефон. Но на сегодняшний день у нас основное оружие в руках – это вот смартфоны. Другого оружия у нас нету. Пытки, электроток, да много чего. Самое интересное, что инкриминируют всегда очень жесткие статьи, да, Уголовного кодекса. А в русском языке есть такая поговорка: был бы человек, а статья уголовная на него найдется. Есть наши ребята, которые уже достали удар. И, допустим, Асан Чепух у нас на сегодняшний день парализован на левую сторону. This video, Russian mass media, say recorded it in first 10 days after my imprisonment. My inquisitors, FSB officers, and they told me, you must tell these things on the camera, or we will continue the tortures against you, and you will tell everything what we want, maybe not now, but you will tell. After the annexation of Crimea, Gennady Afanasyev attended pro-Ukrainian protests. He was arrested in May 2014 during a Victory Day parade in Simferopol.
They put a bag on my head, they hit me by legs, they just took me in the air and brought me in the back side of the car, and they just sat on me and drove away. They tortured me using their hands, they just with boxing gloves, they kicked me in my head and scared. They wanna for me a testimony from my against myself, that I wanted to explode a memorial for Second World War. And then they took a gas mask with a long hose with filter on its end, and they press the button on the down, and I cannot breathe. And when they saw that I am losing consciousness, they unscrew that filter and spray some gas inside, and I began throwing inside of that mask, and they took this horse up, and I began suffocating, but by my own vomit. I was so exhausted that I just tell them, okay, I will put a sign, just stop it. In the evening, they came for me and told that I should give testimony against another guys, Oleksentsov, Alexander Kolchenko, and they put on my genitals some electricity. It's very painfully. I put after that all signs that they won. They undressed me, put me on the floor, and they took iron tool. They told that they will rape me by this thing if I will not put the sign against that guys, and if I will not put the sign that I wanted to have a deal with a prosecutor. And I did it because I believe that they will rape me over there. I just wait for a time when I can have some possibility to tell the truth, because I couldn't imagine that how I will live in future. My life costs not more than another lives. And on a court, I decided to tell truth. Я этих людей не знаю, поэтому никаких у меня неприязненных отношений к ним нет. Нет, все мои показания ранее были даны под принуждением. Против себя я отказываюсь дать показания. Слава Украине! Героям слава! Геннадий Афанасьев, свободу! I lose about 20-25 kilograms. I had influence in my blood. I was always in a hunger strike. When they saw that I really can die over there, they decided to release me. I was in my own land, in my own house, and they came to me and took everything from my life. And I cannot back to my home now. I live in Kyiv. I spent more than 2 years in a jail because I'm Ukrainian and I want to be free. I don't want to be a slave. Well, for instance, here's a recent example of a video where Dmitry Kiselyov tells about Yevgeny Panov, who is who's being accused of sabotage, of directing a sabotage group. Во вторник ФСБ России задержало на территории Крыма еще одну группу украинских диверсантов, действующих офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины. This news item on Russia's leading TV channel Россия-1, it shows supposed Ukrainian saboteurs that are planning attacks. And the message in this clip that is sent to Russians is that Ukraine is out to get you. Russians need to fear Ukraine, and they need to support their country, its leadership and army in fighting off the supposed Ukrainian threat. На востоке Украины происходят боевые действия. Центральные власти Украины послали туда армию. Вы хотите, чтобы центральные власти Украины всех там уничтожили? Всех своих политических противников и оппонентов? Вы этого хотите? Мы не хотим. И не позволим. So it's ironic that it turns the situation up from it puts it on its head, because it's Russia that occupied Crimea. It's Russia with its army that it invaded, and here Ukraine is being shown as the supposed aggressor. So
Basically, this TV show, it's part of a general Russian propaganda campaign to show Ukraine as the enemy. Славян стал символом борьбы за человеческое достоинство всего региона. В то время как проамериканская власть в Киеве использует методы немецко-фашистских оккупантов. Another aspect of the story is that the Russian FSB, the Russian Special Forces, they're shown in a very positive light, that they are working to protect the Russian population from this Ukrainian threat. So we can see this clip, it serves two purposes, to convince the Russians that there is a Ukrainian enemy and to show off the Russian special forces that protect them from this enemy. And therefore they and the Russian president should be supported because they protect the Russian population from this non-existing threat. Как сообщила Федеральная служба безопасности, в бою с украинскими террористами и диверсантами погибли два россиянина – сотрудники ФСБ и Минобороны. ФСБ предотвратила террористические акты в Крыму. Сообщается, что готовило их Главное управление разведки Минобороны Украины. Цель диверсии и террористических актов – дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти. Creating the image of the enemy, which is very important for a nation that is at war. And this is, Russia considers itself to be at war with the West, with the enemy, with everyone around. So, of course, it needs somebody to hate. And this can be either the amorphous West, this can be the Ukrainian state. And it's important to have this enemy that explains all the hardships that Russia is facing. Because if something fails, it's because the malevolent enemy is somewhere out there and soiling things up for the Russian leadership. Approximately half of all Ukrainians held in Russian prisons are Crimean Tatars. The majority of them are Muslims. Они эти методы использовали ранее на Кавказе. Против освободительной борьбы народов Кавказа они выставили исламский аспект, и, к сожалению, надо признать, что в Европе пошли на поводу у России в этом вопросе. И здесь тоже идет попытка проманипулировать общественным сознанием и у себя на территории России, и в Европе, на Западе. Что добилась Меркель после приезда в Москву? От заключения контракта по Северному потоку 2, в то время, когда Сенцов голодал уже больше 20 дней, когда Балух голодал уже более 2 месяцев. Что добился Макрон, когда приехал и встречался с Путиным? Освобождение Сущенко, Балуха или других? Нет, заключил контракты многомиллиардные. Так как при таких обстоятельствах, когда нету вот такого концентрированного давления на Путина, можно освободить то, что он держит заложниками? Для него это инструмент для выторгования каких-то позиций. Что можно в таком случае добиться? Ключи от их жизни не в Украине, к сожалению, а у лидеров западного мира. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Давно мы с вами не виделись уже. Здесь присутствуют двое журналистов польских, которые делают документальный фильм о проблеме граждан Украины, которые в рамках конфликта задерживаются в России и в Крыму. Как задерживали Сенцова. Вот есть дело о терроре. Террористической группе нужен главарь. Хорошо будет у нас главарь. Причем главарь должен быть известным человеком, иначе как дело будет несерьезно выглядеть. Вот у нас Сенцов, руководитель террористической группы, а Кольченко, участник правого сектора, что для него левака вот просто вот он каждый день ходит в правый сектор. То есть то, что с Надеждой Савченко было после ее освобождения, это отдельная история, а до этого это фабрикация уголовного дела, и это попытка выдать черное за белое. Сейчас это отвязано от всего остального. В случае с девальвацией ценностей прав человека и ценностей вообще, что есть основное, к сожалению, не только для нас, для России.
Russia tries to show, Russian government tries to show that Ukrainians, they are all like radicals, or they are trying to attack Russian population or something like this. So it's a part of propaganda campaign, I would say. And that's why they don't even need some prominent activists to be persecuted. They just can arrest some person who was not involved in any kind of activities and accuse this person of being like a right sector member, for instance. If we are talking about the persecution of activists, for instance, we can mention, of course, Alexintsov, who was openly opposing the Russian occupation of Crimea, and that's why he was imprisoned. We have, for instance, Volodymyr Baluch, who was putting Ukrainian flags on his house in Crimea after the annexation, and that's why he was persecuted, although he was accused of some other, of course, because Ukrainian flag is not criminalized in Russia, but they found the article, as it was in Soviet times as well. But when you say about the random victims, you can name, for instance, Sergei Litvinov. He was just living in the village near Russian border in Ukrainian territory. And when he went to the hospital on the Russian territory, he was arrested and accused of committing the mass killings of Russian-speaking population. And there was no like proofs. Even the names of those who were kind of shooted by Litvinov, these people were not existing. So that's why it was like this case was like a propaganda case from the very beginning. These so-called Crimean Muslims cases, the main aim is to threaten Crimean Tatar community in Crimea and to make them silent, to show them that they will be put in the jail if they will like oppose the Russian occupation and annexation of Crimea. We still don't have any law which would provide the legal status for these persons. So they are like just a subject for some political bargaining or for some political statements, negotiators from the international community who can talk to Putin and who can persuade him or use other means to make him to release these persons. I don't believe that it is possible to, for instance, to achieve the releasing of the release of Sentsov by communication within Ukraine and Russia. Russia understands the language of force. We try to ask the Western countries to impose the personal sanctions, as it happened, for instance, with Magnitsky Act, with those who were involved in killing Sergei Magnitsky. You can make three things, and they're quite not so complicated. First one is to write a letter. Every single letter, with even like, hello, I hope you're fine, or hello, I express my support to you, is very important. Because these people are isolated. We are all the time communicating with someone via email, Facebook, and so on, and these people are in total isolation. So that's why for them every letter is like a treasure. Second thing is to organize a rally near the Russian embassy in your city or near the Russian consul division in your city. Of course, they will report about this event to the Russian authorities. So that's why it just creates the general background of the pressure. And the third thing is to ask your government or to make a pressure to use every single possibility to demand from Putin to release these persons. Доброго вечора, шановні радіослухачі. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша інформаційна боротьба за звільнення наших рідних. І, власне, ви нам допомагаєте тим, що просто нас слухаєте, просто
часто знаєте про цю проблему, формуєте запити до української влади і не тільки, на більш активні дії по звільненню наших рідних. Нагадаю, що ведуть цю програму Наталя Каплан, сестра Олега Сінцова, і Ігор Кутилянець, брат Євгена Панова. Давайте начнем сначала. Вина того, что сейчас творит Путин и Российская Федерация, лежит на мире. Лежит на Европейском Союзе, на Соединенных Штатах Америки. Они разрешают ему это делать. Европейский политик должен понять, когда он покупает у Российской Федерации хоть один кубометр газа, хоть один литр нефти, хоть один грамм золота, он разрешает Путину вести политику тотального террора во всем мире. На эти деньги он репрессирует крымских татар, на эти деньги он бомбит Сирию. Не надо стрелять в сторону России, просто не торговать с ней, просто не покупать у нее ничего. Я понимаю, что можно сделать вид, что ничего не происходит, я сижу так далеко сбоку, мы ничего не видим. Но если так будет вести себя Европейский Союз, я вам гарантирую, что танки Путина станут глубоко в Европе. Если Путин поймет, что все его действия будут безнаказаны, что если он не получит ответ на какой-либо удар, он пойдет дальше. Сорок восемь часов того, что мы были в Киеве. И я надеюсь, что те 96 миллионов, которые выделили для политзаключенных, для поддержки их семей, оплаты адвокатов, для юридической защиты, они не будут украдены. Я надеюсь, что наш визит расшевелил правительство Украины, расшевелил правительство еще нескольких стран. И этот фильм поможет расшевелить сам народ Европейского Союза.